Рождество – самый первый и один из самых великих праздников христианин всей планеты. Без Рождества не было бы Голгофы, прощения и любви. Без Рождества мы бы никогда не узнали, что есть воскресение и вечность. Без Рождества никто никогда не понял бы, что Бог наш любящий Отец, который в любую секунду готов прийти к нам на помощь. И история, которую вы сейчас увидите и услышите, именно об этом. Она основана на реальных событиях, которые происходили в далеком городке России. События этой истории настолько актуальны в наше время, что каждый из нас может увидеть со стороны самого себя. История эта создана не для того, чтобы кого-то оскорбить или упрекнуть, а для того, чтобы каждый мог задуматься над своей жизнью, проверить ее или просто увидеть, насколько Бог велик и какие чудеса Он творит в наше время через послание младенца Иисуса Христа в этот мир. И вот однажды двое детей прогуливались недалеко от колокольной башни и начали вести между собою следующую беседу. Уже 5 часов. Да уж, вовремя мы из дома ушли. Ну да, а то сейчас родители придут и опять ругаться будут между собой. Каждый вечер одинаковая история. Все ругаются да ругаются. Почему бы им с нами не поговорить, не погулять? А ты что, маленький, чтобы с тобой гулять? Не то чтобы маленький, но я хочу, чтобы меня любили, чтобы обо мне заботились. Я же с тобою и очень сильно тебя люблю и забочусь о тебе. Вот смотри, это тебе. Ой, спасибо, ты такая классная сестренка. Не то, что мама с папой, только подарки на Рождество делает. Ну, и на день рождения. Ну, зачем ты так? У нас родители замечательные, деньги нам дают. Видишь, я себе новую прическу сделала и одежду модную купила. Но если тебе деньги не нужны, отдай их мне, я их быстро потрачу. Ага, сейчас. Размечталась. Я знаю вас, девчонок, на шмотки и краски разные потратишь. Ну не хочешь, не надо, я просто предложила. Ладно, надо домой возвращаться, уже темно. Будем надеяться, что ругаться они уже перестали и тихо сидят по разным углам. Мне уже надоело каждый вечер ходить и морозить нос на улице, пока они там наругаются себе вдоволь. Все ругаются и ругаются. Когда уже наругаются? Вот, скажи мне, почему они ругаются? Ты еще маленький, чтобы задавать такие вопросы. Если ругаются, значит так надо. Вот, всегда ты так. Не хочешь говорить, то так и скажи. А то я для чего-то маленький, а для чего-то большой. Вот, разбери тебя, попробуй. О, соседи, добрый вечер. Чего мерзнете? Здравствуйте. Здрасте. Так чего не заходите в дом? Все с вами понятно. Давайте заходите ко мне, я вас угощу. Может, не надо? Мы его же не совсем знаем. Ты что, забыл? Он же наш сосед. Ничего не бойся, идем со мной. Вот, присаживайтесь. Моя жена испекла очень вкусную выпечку, угощайтесь. А где ваша жена? Она уехала в магазин за продуктами. Скоро же праздники, к нам приедут наши дети с внуками. Нужно приготовиться к их приезду. А какой праздник? Как какой? Рождество. Когда много дарят подарков, а порой и денег. Да, все это верно. Но еще Рождество – это один из главных христианских праздников, установленных в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Да-да, я помню, на воскресной школе рассказывали очень интересный рассказ про Рождество. Мне так понравился, и я бы хотел опять его услышать. Уже поздно, мы пойдем. А давайте вы к нам придете, и моя жена расскажет вам эту удивительную историю про рождение Спасителя в этот мир. Ура! Мы обязательно придем, правда? Правда, правда. Вы извините нас, но нам уже пора. А мне этот сосед очень понравился. Да, я видела его в нашей церкви. Он проповедник. Да, я что-то припоминаю. Когда я был маленький,
Он меня конфетами угощал. Кому что, а тебе конфеты. Все, пошли в дом. Ну ладно тебе так спешить. Мы чуть зайдем к Аленке. Наверное, ей мама и папа опять сегодня очень интересную библейскую историю расскажут. Да, в этом плане у нее родители замечательные. Они каждый день рассказывают историю из Библии. Да, она мне говорила, что у них в семье это называется час вечернего рассказа. Да уж, от наших родителей такого не дождешься. Ну да, как всегда, скажешь, что мы сами читать умеем. Ну ладно, пошли, а то скоро домой пора будет идти. Дорогой, а кто эти детки? Это наши соседи. Я их пригласил чаю с твоими вкусными сладостями попить. Они очень прелестные детки. Да, я деток люблю. Это же цветы нашей жизни. А еще они к нам в церковь ходят. Да, я что-то пропоминаю. Но почему-то они посещают только по воскресенье утром. Ты не знаешь почему? Может, что-то случилось? Или им нужна помощь? Сейчас у большинства семей одна проблема. Это работа, деньги, ну и, конечно же, лень. Да, в наше время было попроще. Надеюсь, ты не возражаешь. Я их к нам пригласил на твой рождественский рассказ. Конечно же нет. Как я могу возражать? Это мой любимый рассказ. Я могу рассказывать его без перерыва. Вот и настал час сегодняшнего рассказа. Ну так, детки, садимся поудобнее. А что бы вы хотели услышать? Или, может, у вас есть какие-то вопросы? Откуда появилась земля и люди на ней? Я сегодня целый день об этом думаю. Их сейчас столько много на этой земле. В воскресной школе нам говорят, что все сотворил Господь, а в обыкновенной говорят, что мы произошли от обезьяны. От обезьяны? Доченька, ты не волнуйся. Давай мы с мамой расскажем вам, и ты все поймешь. Хорошо, папочка. Рассказ будет называться «Сотворение мира». Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет в первый день, и увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Потом Бог сказал: «Да будет свет посреди воды!» Ибо отделяет она воду от воды. И стало так, и назвал Бог твердь небом в день второй. Потом Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». И стало так в день третий, и назвал Бог сушу землею, и воды разные собрав озера и моря, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Пусть на земле растут цветы, трава, деревья плодовитые, приносящие по роду своему плод, в котором семя его на земле». И стало так, и увидел Бог, что это хорошо, в день третий. И потом Бог сказал: «Да будут светила над тверди небесной для отделения дня и ночи, и для знамений, и для времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками над твердыней небесной, чтобы светить на землю». И стало так четвертый день, появилось солнышко, луна и звезды разбросались, и поставил их Бог на небе, чтобы светить на землю. И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по твердыне небесной». И стало так в день пятый. Рыбы в море появились, птицы в небе полетели. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, зверей земных по роду их. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, всю землю и над всеми гадами, пресмыкающимся по земле». И стало так, появились звери и люди,
и это был день шестой. И благословил их Бог и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Вот я дал вам всякую траву, сеющее семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам все будет пища». И увидел Бог, что все, что Он сотворил, это прекрасно. А что было в седьмой день? Что Бог сотворил? А седьмой день Бог отдыхал. Это очень интересно. А правда, что до того, как родился Иисус, люди Его уже ждали? Да, это правда. Откуда они знали, что Он родится? Об этом были пророчества и предсказания пророков. Бог заранее говорил, что произойдет в будущем. И все сбилось? Конечно же, Бог знает будущее и никогда не ошибается. Вот здорово! А может, Он знает, когда я замуж выйду? Расскажите нам, пожалуйста, какое было самое первое пророчество? Первое пророчество сказал сам Бог. Ты уже знаешь, что Господь поселил Адама и Еву в прекрасном саду, за которым они должны были ухаживать. Там было много деревьев, и Бог разрешил Адаму и Еве есть их плоды. Но одно дерево было запретным. Однажды Адам и Ева не послушались Бога и съели запретный плод. Ну куда? Куда же нам спрятаться от него? Может, туда или сюда? Да куда там? Мне кажется, от него вообще не спрячешься. Ну может, вон те кусты? Смотри, какие они густые. Да какие кусты? Ты в своем уме? Ты вообще представляешь, что ты натворила? А чё сразу я? Ты тоже виноват. Я? И в чем же по-твоему моя вина? Ты тоже ел этот плод. Ах ты, бесстыжая, ты же меня сама соблазнила. А мне змей облестил. Змей, змей, ведь Бог же предупреждал, не есть плоды этого дерева. Ну, Адамчик, милый, что же нам теперь делать? Что делать? Что делать? Не знаю. Что делать? Придумай, ты же мужчина. Да, как плоды запретные есть, так самостоятельно и была. А как отвечать, так сразу я мужчина. Адам, где ты? Все, попались. Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Что это ты сделала? Змей облестил меня, и я ела. Змей, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту. Ева, умножая умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: «Не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии произрастит она тебе,
и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо в прах ты и в прах возвратишься. Так грех вошел в мир и разделил человека с Богом. Грех извратил и исказил красоту человека и всей твари. Действие зла и греха, его незримое влияние, осквернили все в этом мире, так что и звезды стали нечистыми пред очами святого Бога. Шло время, люди стали умножаться на земле. Человек, имея грешную природу, не мог свободно общаться с Богом. Грех стал господствовать в жизни людей, и зло наполняло землю. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Он был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной, жить праведной жизнью становится все труднее. Грех заполнил все вокруг. Люди, ненавидя друг друга, сострадание и любовь к ближним давно забыты. Они думают только о себе. Да, с тех пор, как человек нарушил Божье повеление и решил жить так, как хочет он, жизнь на земле стала ужасной. Сейчас люди уже не славят Бога. Они закрыли свои сердца от Него. Они делают зло, и им нравится это. Неужели мы никогда не освободимся от греха? Неужели мы не сможем опять иметь общение с нашим Богом? Да, грех ослепил сердца людей. Они думают, что грех приносит им счастье и радость, но это не так. Мы должны помнить, что только в Боге человек найдет радость, которую имел в Едемском саду. Бог любит нас, и поэтому Он обещал послать того, кто сможет помочь нам, кто освободит нас от власти греха. Да, ты прав, но когда же наступит это время? Ной! Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их из земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых. И из птиц породу их, и из скотов породу их, и из всех пресмыкающихся по земле породу их. И всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякую пищу,
какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. Да, Господи, я сделаю все, как повелел мне Ты. Ну и где же тут говорится об Иисусе Христе? Я что-то ничего не поняла. Понимаешь, пророчество произносится особым языком и не всегда бывает сразу понятным. Об Иисусе Христе было много пророчеств, и одни из них поясняют другие. Это самое прекрасное и самое простое. Здесь говорится только, что однажды у женщины родился сын, который победил дьявола. И это сын Иисус Христос? Да. А что было дальше? Ну, а на сегодня все. Пора спать, и твоим друзьям пора уходить. А то родители, наверное, волнуются очень сильно. Я так не думаю. Все родители волнуются о своих детях. Вы классные родители. Нам бы таких родителей, как вы. Родители не выбирают, их Бог дает. Вы должны молиться о своих родителей, и их Бог обязательно изменит. Мы обязательно будем молиться. Спокойной ночи. Я думаю, мы должны тоже помолиться Богу, чтобы в этой семье царило благополучие. Да, обязательно. Эти детки очень славные, но почему-то их родители не уделяют им никакого времени. Вот и замечательно, что вы уже вернулись. Как прогулка? Вы уроки сделали? Да. Не совсем. Я не понимаю все по математике. Мне нужна помощь. Я сейчас принесу. Да, и пусть папа тебе поможет. Он у нас хорошо деньги считать умеет. Папа, помоги мне с домашним заданием. Сынок. Ты что, не видишь? Папа очень сильно занят. Пусть сестра тебе поможет. Но она не знает. Ну, допустим, мама поможет. Что-что? Ну, считать она умеет. И все, иди. И не дури папе голову. Все, мама в душ, а то завтра на работу рано. Вот папа закончит и поможет. Всем спать. Дорогой Иисус, я за все тебя благодарю. Так понравилось наше общение с соседом и с родителями Аленки. Еще про то, как ты прекрасно все сотворил. И родители Аленки сказали, что ты можешь изменить моих родителей. Сделай, пожалуйста, так, чтобы мои родители поменялись. Я их очень люблю, но больше всего я люблю тебя. Дай, чтобы мне приснились приятные и сладкие сны. Аминь. Загадай желание, и добрый ангел прилетит и выполнит его. Проси добра, проси любви, раскайся, покаяние, и Иисус напомнит мне сердце твоего. Рождество, 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 обменяются слезы радости. В эту ночь для меня и тебя Бог явил свою любовь. В эту ночь для меня и тебя на далекой земле Израиля был рожден царь царей Бог богов, сын Всевышнего Бога Иисус. В светлую ночь ты можешь побывать на небесах, лишь только ты направишься на яркую звезду. Христос рожден нас с тобой, и верь, мой друг, спасение, лишь только сердце ты отдай Иисусу своему.
тебя. Бог явил свою любовь в эту ночь для меня и тебя. На далекой земле Израиля был рожден царь царей Бог потом, сын Всевышнего Бога Иисус. Доброе утро, Соня. Доброе утро. И вообще-то я уже не сплю. А что ты делаешь? Я думаю о сне, который мне приснился. Ко мне приходили ангелы и пели песню про то, что мое желание сбудется на Рождество. И еще самое главное, что я пел, что мое желание сбылось. И какое твое желание? Про родителей, чтобы они... Ну, это ты размечтался. Ты же понимаешь, это нереально. Нам пора собираться. Ты что, меня не слышишь? Что? Куда? Как куда? Ты что, забыла? Мы идем к Аленке на продолжение рассказа. Ну, скоро пойдем. Только переписку на одноклассниках закончу и пойдем. И когда ты ее закончишь? 12 часов ночи? Ну, чтоб ты понимал. Этот парень очень интересный. Может, он моя судьба. А ты меня торопишь. Ага, судьба. Размечталась. Так, ты идешь или нет? Ну вот пристал, как банный лист. Все, иду, иду. Сегодня был замечательный день. Как твои дела в школе, доченька? Все хорошо, папа. Ты домашнее задание сделала? Да, но вот по воскресной школе домашним заданием у меня вопрос. Учительница сказала, чтобы его с родителями обсудили. Принеси мне папку. Мы сейчас тебе с мамой поможем. Ну вот, смотри. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы присаживайтесь. Мы тут Аленке помогаем по домашнему заданию. Так, вопрос. Что произошло такого невозможного человеку, но возможного Богу в жизни Авраама и Сары? Очень хороший вопрос. Но как раз сегодня продолжение нашего рассказа. И будет на эту тему. Я уверена, что вы сможете ответить на этот вопрос после рассказа. Итак, прошло много лет, и на земле опять стало много людей. Осуществляя свой план спасения людей, Бог избирает человека, чтобы он стал главой великого, Божьего народа, через потомство которого и родился Спаситель мира. И сказал Господь Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Ну так вот, однажды все сбылось. Вы слышали, слышали? Что? У Авраама и Сары сын родился. Не может быть. Ей же 90 лет.
С точки зрения медицины, она уже слишком стара, чтобы иметь детей. То-то и оно, Анна родила, я сама видела. Посмотри, какой он красивый. Да, слава Богу за этот дар. Авраам. Что, Сара? Смех сделал мне Бог, ибо кто услышит обо мне, рассмеется. А ты не обращай внимания, пусть смеются. Ведь нашего сына зовут Исаак, что значит смех. Господь сказал мне, что только в Исааке наречется мне семя. Да? Да. И завет он поставится с Исааком, от которого выйдет Мессия. И я благодарю за это Господа. Пойдем, нам пора домой. Я поняла, потому что Бог подарил им сына так, как Сара была уже старая. Молодец! Теперь мы знаем, что Иисус должен произойти от Исаака. Но ведь он не родился от Исаака. Правильно, но он родился позже от его потомков. У Исаака, как ты знаешь, было два сына. Исаак и Иаков, а у Иакова 12 сыновей. Правильно, однако из них Иосифа продали в рабство в Египет, а потом все потомки Иакова перебрались туда. Вы это все хорошо знаете, поэтому я не буду рассказывать подробно. Израильтяне прожили в Египте 400 лет, и потом их вывел оттуда кто? Моисей! Моисей, верно. А ты знаешь, что Моисей тоже изрек пророчество об Иисусе? Нет. Ну тогда слушай. Ну, скоро ли вернется этот Моисей? Я уже устал ждать. Куда он подевался? Ты же не знаешь, что он опять взошел на гору? Да, мало нам 10 заповедей, так он еще пошел. Неужели ты не боишься слов своих? А ты что, боишься? Конечно, нельзя так о нем говорить. Он пророк Божий, и в его словах есть огромная сила. Да он такой же человек, как ты и я. Чего ты его боишься? Потому что он служит Богу, а Бог не допустит неуважения к своим служителям. Слушай, а правда, зря я так сказал. Моисей то, конечно, человек, а вот Бог, о Боге я и не подумал. А о Боге как раз и нужно думать в первую очередь. Наконец-то закон полностью записан. И теперь, народ израильский, ты будешь знать, как надо ходить пред лицем Господним. Здесь есть все. И об войне, и о идолопоклонстве, и о семье, и о праздниках Господь говорит нам, и о различных приношениях. Я оставляю вам эти скрижали. Народ, выучите заповеди, исполняйте их, научите им своих детей, и Господь всегда пребудет с вами. А как ты, Моисей? Я уже говорил вам, что Господь не позволяет мне войти в обетованную землю. А как же мы? Как мы будем без тебя? Кто будет передавать слово Господне? Не бойтесь, Бог не оставит вас. Вот что Он мне сказал. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу, говорит Господь. Моисей сказал им еще очень много, но мы не будем сейчас говорить об этом подробно. Мы уже узнали самое главное. Да, мы узнали. И Давид тоже знал про Мессию? Да, конечно же. Но не только он. Слушай дальше. Шириаус, сын мой. Что, отец? Собирайся, пойдем со мной. Я готов. Куда пойдем? Сириане расположились в земле Ефремовой. Мы должны пойти к Ахазу, царю иудейскому. У меня есть для него слово от Господа. Идем, сын мой. Что же делать? Что делать? Ведь они уже осаждают наш город. Великий царь, вели принеси жертву Баалу. Да, уже принесены. И никакого толку. Что же делать? Великий царь, быть может, послать к ассирийскому царю за помощью. Точно!
Только он сможет нам помочь. Соберите все серебро и золото из дома Господня, и в моих сокровищах возьмите, и пошлите в дар царю Ассирийскому. Идите скорее. Исаия, что привело тебя ко мне? Царь, меня послал к тебе Бог. Какой Бог? Я знаю многих богов. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог отцов наших. Бог, которому служил царь Давид. И чего он хочет? Так говорит Господь. Будь спокоен и не страшись, и да не унывает сердце твое от гнева сириян, которые хотят овладеть Иудеей и поставить своего царя. Господь Бог так говорит. Это не состоится и не сбудется. Проси знамение у Господа Бога твоего. Не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Что это значит, Исаия? Бог издревле говорил об этом отцам нашим, Аврааму, Моисею, Давиду, а теперь обещал и нам, что придет Мессия. Это все то, что Господь велел мне сказать тебе, царь. А все-таки хорошо, что мы послали дары царю Ассирийскому. Пошли. Почему же Бог помог этому царю? Ведь он совсем в него не верит. Бог помог не ему, а израильскому народу. Да, царь Ахаз был не слишком праведным, и, я думаю, ему пришлось ответить за свои поступки. Но это не повлияло на любовь Господа к своему народу. Ну, вот теперь ты знаешь некоторые из пророчеств об Иисусе Христе. На самом деле их было гораздо больше, и мы рассказали вам только несколько. А нам завтра соседка обещала расскажет рассказ о рождении младенца. Спокойной ночи. А расскажи о том, как родился Иисус. Завтра мы едем к бабушке с дедушкой на праздник. Да, и они приготовили тебе рассказ про рождение Иисуса. Мам, пап, привет! Привет, привет! Если хотите кушать, то там ужин на кухне. Можете разогреть, а то у меня маникюр и лак еще не высох. Ладно, я пошла спать. Опять в Одноклассники или на Фейсбук. А говорила, мне поможет с уроками. Попроси у мамы или у папы. Мама, помоги мне, пожалуйста, я не понимаю, как это делать. Сынок, попроси у папы, он все равно сидит, все время у компьютера не оторвать. Ура! Гол! Гол! Пап, помоги мне. Сынок, ты что, не видишь? Папа футбол смотрит. Это матч, я не могу пропустить, он дышащий. Наши должны в полуфинал выйти. А ты помоги, да помоги, пусть мама поможет, она точно футбол не смотрит. А я пойду, не буду мешать. Мам, папа сказал, что ты поможешь. Я не могу, потому что через 5 минут начинается мой любимый сериал. Вот как раз и лак высох. Ты давай иди чисти зубки, помолись и ложись спать, а я пошла. Спокойной ночки. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот чудесный день из родителей Аленки. Они замечательные люди. Благослови их. Я верю, что мои родители изменятся. Только помоги, чтобы они быстрее поменялись, а то скоро семестр заканчивается, и мне нужна их помощь в домашних заданиях. И сделай так, чтобы они больше не ругались, а чтобы, как раньше, мы вместе играли и на собрании очень часто бывали, а не как сейчас, только по утрам в воскресенье. И благослови мою сестричку также. Я их всех очень люблю, но больше всего я люблю тебя, Иисус. Почему ты все время кричишь на меня? Да еще ни свет, ни заря встал. Я вообще-то молчу. А ты завелась в полоборота, прямо как мой бимер. Лучше бы Библию с утра почитала. Я денег зарабатываю много, семью обеспечиваю. Много? Это интересно, что ты называешь много. Для меня это много, но для тебя, конечно же, нет, так как ты тратишь эти деньги быстрее, чем я их зарабатываю.
Я трачу. Цец, тихо, а то детей разбудишь. Кстати, о детях. Хоть раз бы сел и помог ребенку, а то все время занят. И не нужно это на меня спихивать. Жена — это немощный сосуд. Я устаю после работы. Ну да, работа. А если бы я тебе дал 5000, ты бы не был ни усталой, ни немощным сосудом. Только пятки бы сверкали, как бегала бы по магазинам. Что, не так? С Рождеством тебя, сестренка! Ура! Пришел час рассказа. Просыпайся, Соня. Просыпаюсь. Вот видишь, что ты наделал? Детей разбудил. Хватит трепаться, лучше завтрак приготовь. Опять они все утро ругались. Да, вовремя мы из дома ушли. Доброе утро. А вы куда так рано? Мы к соседке на рассказ. Все, мы пришли в бабушке. И мы к соседке. Не может быть. Это и есть ваши родители? Да, это мои родители. Доброе утро! Доброе утро! Вы присаживайтесь поудобнее, и я начну свой рассказ, как пришел Спаситель на эту землю и как поменял судьбы многих людей. Наш сын когда-то был заблудшей овцой и к тому же нигде не работал, но после этого рассказа вся жизнь изменилась. У него сейчас есть свой бизнес и прекрасная жена с дочкой. Кстати, вот они. И что, наших родителей поменять сможет? Конечно же. А вы не будете против, если я схожу за родителями? Конечно же, не буду. Зачем? Они не пойдут. Посмотришь, только время потратишь зря. Пойдут. Я знаю, что им сказать. Мне так жалко этого мальчика. Да, он всех сил старается, чтобы родители поменялись. Мы же ангелы, давай ему поможем. Ты любишь делать чудеса? Конечно! Же какой ангел не любит? И для сестры будет сюрприз. Вот тот уже. А то заладила, не придут, да не придут. Как неверная Фома. Все, пошли. А то еще много чего надо успеть. Мам, пап, пойдем со мной. Там соседи собрались рассказывать рождественскую историю. Сынок, мы заняты сейчас. Давай ты послушай, и нам потом все расскажешь. Ну как хотите. Просто после этой истории вы бы больше денег зарабатывали. Денег? Да, денег. Эта история поменяла судьбу очень многих людей. Интересно, это как? Мы с папой с детства верующие не знаем эту историю наизусть. Я не думаю, что эти пожилые люди нам расскажут что-то новое. А может, новый подход? Что ты имеешь в виду? Может, под этим рассказом замаскирован какой-то новый бизнес-план. И они расскажут, как больше денег зарабатывать. Ты как хочешь, а я полетел. Бизнес-план? Подождите, я тоже с вами. Добрый вечер! Приветствуем вас! Присаживайтесь поудобнее. Я тут вашим восхитительным деткам историю рассказывать собралась. Мы вас ждали, еще не начали. Не может быть, не верю своим глазам. Как ты их уговорил? Это не я, мне Иисус помог. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его с Марией, с Иосифом. Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А тем временем Деве Мария является ангел Гавриил и говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословена ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус.
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Как будет это, когда я мужа не знаю? Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Сей раба Господня, да будет мне по слову Твоему. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление Квиринея Сирею. И пошли все записываться, каждый свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записываться с Марией, обреченной ему женою. Когда они прибыли, то все гостиницы были переполнены, и кто-то представил им жилье в хлеву. Там и родился Иисус Христос. Как странно, ведь он Сын Божий. Царь, почему же он не родился в царском дворце? Ну, земные царства ведь временные, а его царство вечное, и оно не на земле, а на небе у Бога. А дальше что было? Так вот, в ту ночь, когда родился младенец Иисус, на поле около Вифлеема были пастухи, которые караулили стадо и вели между собой очень интересную беседу. У наших овец сегодня бессонница. Да уж, и глаз не сомкнули на этой ночью. Я все говорю им, чтобы считали до 100. Это помогает заснуть. Правда? Нет. Да, твои чувства юмора остаются для меня загадкой. Хватит вам шутить. Лучше бы сказали, что вы думаете по поводу переписи, а то в городе творится не пойму что. Я думаю, что это все делается для того, чтобы собрать больше налогов. Да побыстрее бы пришел обещанный мессия, а то пророки уже 400 лет молчат. Что это? Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Идите в Вифлеем, там найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Слава!
мои глаза все еще ослепленные. Это был ангел. Первый раз в моей жизни я видел ангела. Ты что? Мне даже не по себе стало. Давление подпрыгнуло минимум на 200. А это пение. Это было просто здорово. Может мне снится, но если я себя ущипну... Ой, больно. Нет, я не сплю. Я совершенно бодрый. Нет никаких сомнений. Бог нам открылся. Нам, бедным пастухам. Пойдем скорее в город и посмотрим, о чем известил нам ангел. Ну и что пастухи стали делать дальше? Они нашли маленького Иисуса? Конечно же! Они поспешили в город, нашли младенца и начали рассказывать Иосифу с Марией, как им явился ангел. Вот слушайте! Действительно? И этот свет был такой яркий, что он вас ослепил? Да, и не только это. Мы все, кроме того, еще ужасно испугались. Мы вдруг почувствовали себя недостойными, потерянными. Мне вдруг стало ясно, как часто я нарушал заповеди Божии. А я раньше всегда искал у других вину, но теперь я вылечился. Только я не понимаю, почему Господь Христос родился в сарае, а почему не в царском дворце? Это меня не смущает, Бог знает, что делает. Да, даже нас, пастухов, он не забыл. Похоже, он бедных особенно любит. А я думал, что он на огненной колеснице спустится с неба и освободит нас от римлян. Как чудные его пути! Они не всегда легкие, но всегда правильные. Они нас непременно доведут до цели. У Господа никогда не бывает недостатка в утешении и силе. Мы окружены ее добротой, особенно сегодня в этом жалком сарае. Но нам уже пора идти и охранять наше стадо. Расти во славу Божие, дитя, пусть решится рукой твоей наше освобождение. Вы так интересно рассказываете. А что было потом? Желтое пламя играет в камине, щедро ласкает тепло. А над камином, над старой картине, Матерь с младенцем Христом. Мать над младенцем, склоняясь осторожно, чтоб не слышно поет. То, что казалось вчера невозможным, то к нам сегодня придет. Рождество, Рождество, то, что казалось вчера невозможным, то к нам сегодня придет. Рождество. Сегодня придет. Спи, мой сыночек, усни, мой родимый, баюшки, баюшки, бай. Ныне ты Господом Богом хранимым, жизнь свою людям отдай. Спи, мой младенец, на грубой постели мирно доверчиво спи. Ангелы с неба на землю слетели, весть пастухам принесли. Радуйтесь, радуйтесь. Ангелы с неба на землю слетели, весть пастухам. Весь пастух.
сегодня в сердце столько благодарности за этот день Христова Рождества. Нет для меня дороже в жизни праздника, чем этот день рождения Христа. Я преклоняюсь пред Тобой, Спаситель мой, за подвиг от Вифлеема до креста, за то, что светит мне в дорогах жизненных святая Вифлеемская звезда. Ветер шумит за окошком, волнуясь, грустно и холодно там. Дивная песня к душе прикоснулась и вознеслась к небесам. Спи, мой сыночек, усни, мой родимый, чадо родное мое. Пусть загорится в любви негасимой сердце святое твое. Баю, бай, баю, бай. Пусть загорится в любви негасимой сердце святое твое. Рождество, Рождество, то, что казалось вчера невозможным, то к нам сегодня пришло. Рождество, Рождество, то, что казалось вчера невозможным, то к нам сегодня пришло. То, что казалось вчера невозможным, то к нам сегодня пришло. Когда же Иисус родился, то волхвы с востока решили пойти и поклониться. Они взяли с собой подарки – золото, лада и смирну для царя и отправились в дорогу. Путь их был трудным и долгим. Им пришлось пройти через несколько большие испытания. И вот, как это было? Так, я не могу понять. Ни один человек в Иерусалиме не знает что-либо о новорожденном царе. При этом он тот, которого они давно ждут. Мы, возможно, первые, кто об этом говорит. А я думаю, весь Иерусалим празднует. Вот и правильно, что мы пришли к правителю страны. У него спросим. Ваше Величество, вы услышали новость? И какую же новость я должен услышать, по-твоему? Царь родился. Что? Кто тебе такое сказал? Какие-то цари, что пришли с востока, чтобы поклониться ему. Поклоняться ему? Ему поклоняться? Ну чего же ты еще ждешь? Пригласи их ко мне. И побыстрее. Хорошо, хорошо. Гости, Ваше Величество. Рад приветствовать вас в моем царстве. Благодарю вас за то, что оказали мне честь и не прошли мимо. Вы, должно быть, очень устали. Расскажите мне о вашем путешествии. Что привело вас в Иерусалим? Мы пришли найти одного родившегося царя иудейского. Мы видели его звезду на востоке, и вот пришли поклониться ему. Я ничего не слышал про него. Эй, слуги, позвать же сейчас первосвященника и книжника. Что же вы, любезные, до сих пор не сказали мне о новом царе? Люди из дальней страны пришли поклониться ему, а я даже не слышал о нем. Нам никто не сообщал о рождении царя, но написано, что царь должен родиться в Вифлееме Идейском. Вы знали, и все же не сказали мне. Царь вам надоел? Вы хотите другого? Теперь идите вон. Я поговорю с мудрецами. Славные люди, мне бы таких мудрецов, как вы. Идите в Вифлеем, поклонитесь и на обратном пути мне расскажете. Я тоже хочу поклониться царю. Непременно, Ваше Величество. Да пошлет вам Бог успех в этом деле. Хитрецы, уничтожить бы вас! Странно, что я всех боюсь. А теперь этот царь,
Знает ли он, что должен умереть? Ха-ха-ха. Я такое сделаю, что навеки запомнят Ирода. Они рассказали Ироду? Нет, по дороге домой они получили во сне откровение не возвращаться к Ироду. Иным путем ушли к себе домой. Да, это действительно потрясающе. Бог очень много разных чудес являет. Мы все это знаем с детства, но почему-то сегодня этот рассказ как-то по-особенному проговорил ко мне. Да, я полностью согласен. Вроде и на собрание ходим. И все-таки что-то в этом рождении есть. Дорогой, у меня сейчас такой мир в сердце. Я такого никогда раньше не чувствовала. А у меня глаза открыли заново. Я понял, мы так мало времени уделяем нашим деткам. Простите нас. Простите, пожалуйста, я себя такой виновной чувствую. Да, Иисус каждому по-разному сердцу стучится. А сегодня он родился еще заново в нескольких сердцах, за что слава ему. Да, я поняла, что просто посещение собрания – это недостаточно. Нужно трудиться, кто чем может. Каждому человеку Бог дал свой дар. Да, я сейчас тоже чувствую, как в моем сердце действительно что-то происходит. Да, я так рад, что Бог являет чудеса в наше время. Пап, мам! Я так рад, что Бог услышал мои молитвы, и мой сон сбылся. Вы такие радостны сейчас.
Ваши лица просто светятся от счастья. Оставайтесь всегда такими. Мы так рады. Пути Господни неисповедимы. История или события, которые вы сегодня увидели и услышали, могут произойти или происходят в любой семье. Но только от нас зависит, насколько в нашей жизни будет царить или царит благополучие, мир и покой. Только от нас зависит, какой приоритет мы поставим для себя в жизни, что или кто будет стоять для нас на первом месте – карьера, деньги или же Бог, семья, воспитание детей и прочие ценности. Для Бога возраст не имеет значения. Каждому сердцу Бог прикасается и открывается по-разному. У Него свои подходы, так, как произошло в этой семье. Бог услышал молитву мальчика и открылся по-новому этим родителям и в целом этой семье. Каждый из нас мог увидеть и услышать сегодня, насколько Бог велик. И если бы не рождение младенца Иисуса Христа, у нас не было бы Голгофы, прощения и любви. Без младенца Иисуса мы никогда бы не узнали, что есть воскресение и вечность. Без рождения Спасителя в этот мир никто никогда не понял бы, что Бог наш любящий Отец и готов прийти к нам на помощь, где бы мы ни были. Так и в этой семье произошло. Они впустили Иисуса Христа в свою жизнь и семью. Они полностью открыли двери своего сердца и разрешили Иисусу войти туда и поселиться. И дали возможность ему быть приоритетом в их жизни. Кто или что сегодня стоит главным в твоей жизни, в семье, решат только тебе. И разрешишь ли ты сегодня Иисусу родиться заново в твоей жизни, выбор стоит лишь только за тобой. Посмотри на них, они такие счастливые. Да. Я люблю, когда люди радуются. Семейка это еще та была, но Богу нет ничего невозможного. Бог любит всех. Да, у Бога каждому свой подход. Кому-то с лаской, а кому-то и нет. Рождение Иисуса Христа изменяет и сейчас очень многих людей. Да, Бог предлагает спасение всем сегодня. И родиться Он может и хочет в каждом сердце, но, к сожалению, не все пускают Его в свое сердце. Давайте откроем наши сердца и дадим родиться там младенцу Иисусу. Я жду тебя на праздник чудесной зимы. Часы идут, 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 они когда-нибудь свое возьмут. Давай прости друг друга мы, ночь добра и любви. Ночь на Рождество нас ждет благая весть, что Христос пришел спасти нас, что Он есть. Только к нам сердца свои пусти добро. Ночь на Рождество, ночь на Рождество, посмотрим в небеса. Улыбнется нам рожденная звезда. Помолимся в кругу друзей за веру, за добро. Желание вдруг, все будет лучше, мы поверим друг. Пробьет наш час, была лишь вера у нас. И в эту ночь на Рождество, наш дом уютен, в нем друзей полно. Мы видим свет, оставишь нам мудрый завет. Ночь на Рождество нас ждет благая весть.
Христа. Помолимся кругу друзей за веру, за добро. Ночь на Рождество нас ждет благая весть, что Христос пришел спасти наш дом есть. Только нам сердца свои пусти добро. Ночь на Рождество.